На Нью-Грэндж нам, к сожалению, не удалось попасть, так как они только предлагают туры вместе с гайдом. Вот. К сожалению, и тур длится 3 часа. К сожалению, у меня нету столько времени, чтобы 3 часа ходить по туру. Поэтому я поехал дальше, посмотрю, что тут будет. Кнофт – это тоже такие старинные жилища кельтов. Здесь они находятся с другой стороны поля. Попробую проехать туда, посмотрю, что там будет, может быть. Такая же история. А может быть, можно будет зайти. Что-то начал дождик потихоньку накрапывать. Сыпятся на дорогу, грузовики едут, блин, навстречу на всю дорогу, даже не отъезжают в сторону. Тяжелые условия у меня. Ветрило на улице, блин.